Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, ну а вы попали на канал Random Show, и в этом видео я хочу показать вам, как поменять имя, пол, телосложение или внешность своего персонажа в игре Skyrim. Делать это довольно просто, ну что ж, поехали. Для начала открываем консоль на русскую ее и прописываем такую команду Show Race Menu. Ее я скину вам в описании. Нажимаем Enter, у нас вылазит такая менюшка, которая и была в начале самой игры, то есть когда нас только привезли в Хелген. Кстати, после того, как вы вписали эту команду, нажимаете снова ее, чтобы убрать консоль. Значит, расу я вам менять здесь не советую, потому что у вас могут слететь все настройки. Но тело... голову, лицо, глаза, брови, рот, волосы, вы это все сможете поменять. Но я лично ничего менять не буду, я зашел в это меню лишь для того, чтобы поменять имя своему персонажу. Значит, нажимаем на русскую К, то есть английская R, готово. И тут у нас идет надпись «Закончить» и «Выбрать имя персонажа». Нажимаем ОК и вписываем то имя, которое хотите. Я, допустим, назову его Джейсон. Нажимаем принять, то есть на Enter, и все. Теперь, когда заходим в менюшку, хотя здесь не видно, наверное, да? Ну, тем не менее, имя у нас поменялось теперь, вот. Ну, я думаю, это все. Значит, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем удачи и всем пока!